самое замечательное. Я считаю, что эта долгожданная выставка принесет очень много тем, кто ее посетит. Это уникальное наследие, собранное здесь, у нас в Сергиевом Посаде, с разных регионов страны. Может быть, следующая такая будет через 800 лет. Через 700, простите, не знаю. По крайней мере, то, что есть, приносит большое духовное удовлетворение. И дай Бог, чтобы вот этот импульс, который в том числе приносит эта выставка, другие мероприятия, они распространились и сохранились, чтобы это празднование не стало формальной каким-то сюжетом в жизни города, а положило начало именно новой эпохи для города, для всего района, для сохранения Святого Радонежа, для преображения человеческих душ. Я об этом бы только мечтал, я всегда хочу этого, молюсь об этом. Я надеюсь, что такое случится, потому что место у нас уникальное, и живет оно недостойно своей внутренней силы, которая здесь есть. Очень хочется, чтобы жители поняли, оценили, те, которые еще не поняли, и помогли преобразить это место.